Привет, друзья. Ну вот один раз сработало. Я там написал это самое, как думал, как правильно, чтобы привлечь кучу людей, чтобы школа наша расширялась. Там написал и Путин, и написал Украина, и Байден, и там написал. Ну, в общем, искусственный интеллект, там, кризисы, войны, в общем, все написало, но мне там дали правильный совет. Вы этим особо, так сказать, не гордитесь, что вы такой супер, этот самый, как это называется, который продвигает, ну, как там, забыл я это слово. Потому что много так делать нельзя. Но я так и не собираюсь много делать, мне это зачем? Потому что я сейчас напишу потенцию, знаете, с чем? И физическая потенция, умственная потенция у многих людей. Потенцию напишу вместе с Байденом, Путиным и кризисами, и войнами. Да, и получится такой вот привлекательный. Украину надо, главное, не забыть. Потому что у нас на школе Homo Futurus Человек Будущего много из Украины, много из Белоруссии, много из Италии, много из Греции, много из Америки, много-много-много разных людей. Каждого интересует. Ну, вот сегодня очень много людей. Вот только сейчас я со мной разговаривал, вот только сейчас мне в скайп звонили. Опять, ну вот, страхи. Страхи, паники. Давление прыгает. Ну, потому что люди в неопределенности, ну, а куда деваться? Любимым делом надо заниматься, ключ применять. Потому что ключ – это единственный, самый простой метод в мире, потому что здесь сказано, впервые в мире, подбирай то, что тебе подходит, и делай самое простое то, что тебе подходит. Из всей массы различных движений и упражнений выбирай то, что тебе максимально приятно, ничего нельзя делать через силу. А в школе этому не учили. Поэтому мы сделали школу «Человек будущего» Homo Futurus. Да, есть жизнь, где надо делать через силу. Волю укреплять, дух свой делать крепко. А есть восстановительная часть, где через силу ничего делать не надо. Надо и наоборот, примерять приемы, которые я там показываю. И вот будет ликбез, сегодня будет объявление о том, что будет или сегодня ликбез, или завтра будет ликбез. Обязательно, потому что очень много людей ко мне звонят. Да, не могу не похвастаться еще моей картиной. А это я делал, помните, вот я проводил мастер-класс, как рисовать, по рисованию мастер-класс, но совсем недавно. Кто не видел, посмотрите. Посмотрите. После этого наш участник школы Константин Михайлов сел и раз впервые в жизни нарисовал тоже для своей жены букет цветов. Красиво получилось. Молодец, поздравляем, Константин. Да, и в книге новой будут приемы, которые сами участники школы создают на базе метода ключ. По этим принципам, там принципы есть. Да, вот такие интересные. Смотрите, какая картина стала. Так это та самая картина, которая была изначально совершенно другая на мастер-классе по рисованию. Посмотрите два ролика или три ролика назад на YouTube-канале у меня мастер-класс по рисованию. Но там совсем же другой образ. Из этого другого образа я сделал вот этот. Потому что я все время стремлюсь сделать так, чтобы жизнь появилась, чтобы душа появилась. Да. Мы же саму школу создали для чего? Чтобы науку человечности все вместе написать, создать единый для всего человечества язык. Единый. Да. Чтобы все могли снимать стресс и не только выживать, поднимать свою потенцию, интеллектуальную, физическую, сохранять работоспособность физическую и умственную, быстро восстанавливаться. И все вместе мы победим, все коронавирусы победим. Да что вы, сколько людей сейчас с этим коронавирусом и после коронавируса у нас с помощью метода ключ восстанавливается быстро, потому что он повышает иммунитет. Конечно, стрессоустойчивость и иммунитет. И спать точно лучше будет. Вот так, друзья. И молодеть, потому что вся аптека внутри нас. И гениальность человеческая внутри нас. Итак, до встречи.